Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в Space Engineers. В этом видео мы займемся снова вооружением. Снова, как всегда, без этого никак. Просто в прошлом видосике на меня постоянно... Короче, как я только полетел настроить, постоянно агрились дроны, плетали бесконечно. Пока мы не полетели, не посмотрели, откуда они прилетают. А там, оказывается, был корабль, вот, который от нас дал дёру, улетел со страшной скоростью и... Как он улетел, больше я его не видел. Ни дронов, ни его. Вот, поэтому, как бы сейчас пока тихо, спокойно. Меточки только Майдея моргают. И вот кто-то еще тут пролетает. Диванный майнер какой-то. Диванный добытчик. Короче, надо будет заняться сегодня боеприпасами. Организовкой их, сортировкой, короче, чтобы... Все это дело у меня собиралось, как вот на базе сделано. В отдельный контейнер. Чтобы оттуда распылялись эти потрошки по турелькам. Короче, надо будет все это сейчас сегодня этим заняться. Ну и возможно, куда мы слетаем на Майдей. На Майдей, потому что слишком много тут их сверкает, моргает. Да и в принципе, когда я летал на добытчике, ковырял ресурсы, летают еще пираты. С интересными названиями. Может быть, мы сегодня тоже их встретим. Ну что ж, давайте вырываемся отсюда. Одеваем шлем и погнали. Покажу, что изменилось у меня. Ну, во-первых, я еще бы добавил, кстати, на Булате турельки. Две штурмовые пушки добавил. Плюс маленький воткнул. Вон одну туда. Вроде бы внизу еще. Да, внизу одну. Да и больше ничего. В принципе, хоть какая-то защита автоматическая тут есть, помимо вот той. Вот, надо будет обязательно, как вот мне написали комментарии, сделать какую-то площадку, чтобы Мали Булат коннектить в базе, но дофиги еще ресурсов нужно, остальных пластин, да и внутренних, и моторчиков, короче, всего дофига нужно, поэтому надо будет этим заняться, но не сейчас. Так, ну, гробоид, кстати, да, для гробоида я тут сделал такой гаражик, у нас он там спрятался, и еще, кстати, друзья, через проектор построил я... Ну, я сначала в креативе построил, потом через проектор вогнал сюда. Сверлило. Знакомьтесь, это новый бур. Чем-то мне он напомнил гробоида, только маленького. Вот что-то вот есть такое, да? И назвал его сверлило, потому что он сверлит все без конца. Не добывает, в принципе, тоже неплохо. Плюс он работает на иониках. Ионики, конечно, зло, но, в принципе, зато они компактные, ставятся, не для них особо заморачиваться. Не надо там баками всякими, всякими приколюхами. Единственное, что для них нужно, так это достаточно энергии. Ну, по сути, я тут воткнул три больших батарейки военных. Обычных, не литий-серных. Ну и генераторы. Генераторы щитов, которые почему-то у меня разряжены. Кстати, по поводу разряженности. Я в начале прохождения говорил, что есть скрипт специальный, который будет отображать статус щитов. Причем он может в разном графическом дизайне это исполнять. Называется он... Вот, я вставлю ссылочку. Вот, короче, вставил, да? Ну, вот это почему на процентов, только ничего не пойму. Давайте зайдем. Авто. Почему 0%? Ну-ка, панель управления. Кстати, а почему статичная структура? А, я к базе пристукнул, точно. Понятно, ладно. Тогда все понятно. Пускай будет 0%. Короче, ну, может быть, сегодня, наверное, погоняем. Ну, тут, в принципе, обычное сверлило. Обычные буры. Три батарейки. Как всегда, извлекатель. Ну, стандартная комплектация для бурильщика. Ну, как же без этих, без детекторов и прочей херни. Вывел сюда, значит, вот такую длинную трубу, закрыл ее блоками, чтобы мне нечаянно не повредили пираты. Ну и, собственно, через нее заношу различную руду. Именно пока что здесь руда и, ну, там, в принципе, сюда все закидываю, а там все по базе у меня уже распределяться будет. Самое главное, друзья, забыл сказать, вот третья или четвертая серия подряд, я уже использую один мод, называется Build Info. Вы мне писали за него в комментарии раньше. Это очень классный, полезный мод. Я его сразу добавил и забыл за него. Представляете? Короче, классная штука. Вот если, предположим, надо на что-то нам поменять какие-то настройки. Вот даже та же лампочка, да, моргает. Нажимаем Ctrl. Видите, вот лампа коннектор, да? И ролик вверх.
и можем перемещаться по вот этому меню, то есть настройки вот этой лампочки. Клац, и мы можем тут всякие штучки приколюхи делать. Только интересно, тут написано отмена и cancel. А где ж окей? Получается отмена-отмена? Ну, ладно. Допустим, cancel это окей. Что ж, ладненько, это по поводу вот этого build info. Ссылочки, естественно, все вот там внизу под видосиком. И еще добавил ссылочки на свои постройки. Выложил воркшоп. Это водородный завод и, если ошибаюсь, шинырь. Так, ну по базе пробежимся. Ботами тут уже допилили все блоки. Молодцы. Кстати, вот труба идет туда. Он свелила. Матильда бегает. А вот, кстати, Леон почему-то прячется на Булате. И не хочет туда как влазить. Значит, воткнул сюда автоматическую турель. Вот такая лысенькая, красивенькая, кругленькая. Штурмовые, ошибаюсь. Да, штурмовые пушки по периметру так подкнул. Но, скорее всего, лучше будет потом их вынести по периметру астероида. Но это опять-таки ресурсы, время. Это у меня сейчас пока этого очень маловато. Так, ну и внизу еще коннектор я воткнул. Туда у меня цепляется шпик. И шпик как раз таки прицеплен. Да, коннектор у меня вверх ногами, но ничего страшного. Кстати, на шпик я тоже воткнул еще турельки. Причем и гатлинга, и я... Да что я вечно путаю? Автопушки. И сюда я в центр перенес вот эти автопушки и поставил тут камеру. Потому что реально они были по бокам и плохо нацеливались. Это приходилось мне аж вот так вот смещаться, чтобы попасть в врага. В принципе, что тут? Я добавил такие вот панельки, точнее дисплейчики, которые отображают, что там у нас в турельках находится, сколько вооружения. Единственное, что она будет вот этой вот автоматической турельке тоже все данные повыводить. Данные по ресурсам, то есть что у меня есть в слитках, что из руды. Вот я накопал железа немножко, камня, кремния, также титана и лития. Да, литий, кстати, еще нашел. Единственное, что титан долго перерабатывается, прям очень долго. И я, кстати, вот на завод не стал еще никаких модулей. Надо будет этим вопросом заняться. Вот, ну и в принципе все. По зарядке тут, как всегда, контейнер со слитками. Все как обычно, все пытаясь сортировать и настраивать. Как раз таки вот сейчас займемся производством боеприпасов. И все это дело будем сортировать и складывать отдельный контейнер. Ну, автоматика это на реакторы. Сборщик тоже у меня без модулей. Ну и наверху я такую начал потихонечку жилое помещение строить. Но опять-таки это далеко не жило еще. Программные блоки и зарядная станция. Лед уже есть. Я с этого, с гробойда все перекинул. Ну а так ничего нового тут нет. Значит, давайте сейчас организуем производство боеприпасов, чтобы эти... Смотрите, получается у меня сейчас... Боеприпасы складываются здесь, в этом контейнере, да? Мы это сейчас исправим. И это контейнер внизу подключен мне к конвейерной системе. Вот эти турельки, все это вот дело подключено к этому контейнеру. Ух ты. Нифига себе, вспышка. Вот, мы когда поставим контейнер с боеприпасами, естественно, мы вот этот контейнер с компонентами отсечем и выведем это только для боеприпасов. Чтобы все было правильно и хотя бы я мог наблюдать, что у нас находится из боеприпасов, чего не хватает. В общем, чтобы все было, как говорится, по фэншую. Итак, давайте приступать. Все это дело организовывать. Значит, посмотрим, что у нас по компонентам. Значит, потребуется очень много моторов, поэтому давайте сразу закажем. Да, вот это, кстати, надо будет забрать. Порох я сделал. Алло, а почему? А, я понял почему. Сортировщик. Приходится вот это ручками закидывать. И закидываем сюда. Так, латунь есть. Все есть. Кстати, слетал на базу, забрал плутоний, этот, платину. Там еще до сих пор, представляете, перерабатывается. И там очень много платины. Поэтому забрал всю, пускай за время там еще переработается слиточки. Забрал также керосин, побольше нефти забрал. А, вот, насобирал слани, чтобы нам мы могли сделать углерод. Но это я тоже на базе взял. Ну и все, в принципе. Что там по пороху у нас? 600, маловато. Ну, ладно. Это мы сейчас, когда организуем производство, мы все это дело сделаем. Настроим и наладим.
Итак, вот у нас контейнер, я его назвал хлам, потому что реально сюда скидывается все. От него у меня идет через заводы вот такая труба. Труба эта подключается к этому, что это, как эта штука называется? Реактору. Причем одному, второму, там и третьему. Там маленькие еще два стоят. Те на плутонии, а это на уране. Также эта труба идет дальше через сортировщик. В этом сортировщике у меня выбраны только компоненты. Ну, боеприпасы, естественно, мы отсюда уберем. Причем давайте сделаем это сейчас. Пока что на базе у меня есть. Вот, только компоненты сюда будем складывать. Причем у меня стоит опустошить все. Вот, пускай это так все остается. Боже мой, я потерялся. Вот. Пускай это так остается. Значит, дальше мы от этой трубы. Тут есть конвейер. Вот этот. Мы сейчас пойдем углубляться внутрь астероида. Давайте сейчас прокопаем здесь. Так, вот тут уже расчистим. Чуть тихо, не повредить реактор. Иначе загорится нафиг, чернобыльская будет вторая. Давайте сейчас возьмем с собой ресурсов немножко. Нам потребуется, ну как всегда, стальные пластины и внутренние пластины. Так, стальных нет. Понятно, давайте 50 штучек возьмем. Этих тоже 50 штучек. Так, а куда я ботов воткнул, что я вот не помню. А, где-то вроде внизу, ну-ка давайте посмотрим. Если мы посмотрим. Да, вот, нет, подожди, а куда ботов воткнул-то, ёпт. Так. А, они есть, надо боты есть, друзья. Я вас уверяю. Что-то вот я не помню, куда я их воткнул. Нет, они где-то у меня наверху. Тихо. Бля. А, вспомнил, друзья. Все, вот они. Смотрите. А, нет, тоже нету. Во, теперь точно вспомнил. Они сейчас будут у нас тут внизу. Оп. Вот они. Да, вспомнил. Вот они как раз таки выходят с этого контейнера. С компонентами. Как раз вот они берут компоненты и появят то, что мне нужно. Вот я взял ресурсики, давай теперь приступим к строительству. Строительству боеприпасов, то есть для производства боеприпасов. Мы вот эту шляпу распилим, да. Здесь мы сейчас поставим трубу, выбираем конвейерная труба. Цвет выбираем такой же. Нет, не такой же. Вот такой мы выбираем цвет. Здесь мы сейчас поставим тройник. Блин. А, ну, в принципе, боты запаяли, да. Тройник, и от него мы начнем плясать. Так, что ж, нам дальше потребуется сортировщик. Еще один. Очередной. Блин, доступ к этим сортировщикам, мне кажется, нужен, чтобы прям идеально был. Надо будет потом его не застраивать. Вот он, сортировщик. Выбираем его в эту сторону. Ребятки, постройте. О, какие вы шустрые. Хотя я поставил только, грубо говоря, одних наноботов. О, Матильда. Матильда, молодец, тоже летит помогать. Матильда просто, просто видосики, помните, тупила. Стояла на месте, дергалась, прыгала. Вот. Все потому, что она осваивала этот астероид, поэтому она такая стеснительная была. Но сейчас нормально, все помогает, все замечательно. Значит, что нам нужно для производства боеприпасов? Давайте вот самое интересное, самое точнее нужное выберем. Часто, что мы заказываем, это автопушка, натовские. Давайте, смотрите, флеш-порошок, латунный слиток, алюминий. Порох, латунный слиток, алюминий. Вот тут, конечно, жесть для ракет. Из стали, керосина, азотные баллоны, порох. Также нам потребуется штурмовая пушка, латунь, порох. Короче, вот это все надо сейчас добавить сюда. Давайте мы сейчас обзовем эту сволоту. Назовем сборщик. Но это не боеприпасы, а для боеприпасов, короче. Давайте вот так вот. Компоненты для боеприпасов. Здесь я не буду жать галочку «Опустошить все». Пускай она автоматически сам, что нужно, забирает. У нас этих с контейнера хлама. Ну и в белом списке мы выберем то, что мы хотим забирать.
И как раз таки то, что сейчас вот это вот мы видели. Я уже, честно, забыл. Азотный баллон. Помню, что попадался, да? Добавляем точно его. Алюминиевый слиток. Но дело в том, что... А, нет, все правильно, да, да, он нужен. Алюминиевый, если ошибаюсь, еще и магниевый нужен. Так, кстати, помимо всего, здесь пускай он будет пропускать боеприпасы. Да. Добавляем все боеприпасы, потому что если мы в хлам скинем какие-то боеприпасы, пускай здесь они у нас проходят. И дальше у нас будет сортировщик, который будет их собирать все. Вот это, опустошить все, там будет галочка нажат. Так, что нам потребуется дальше? Вот калийный порошок, я вот не помню, знаю, что для чего-то там нужно. Не ошибаюсь, там из него делается что-то такое, флеш-порошок, что ли. Керосин. Керосин, да, вроде как нужен для этих штук. Ну, для ракет, да? Давайте добавим. Клан-кола. Латунный слиток. Это точно, что нам нужно. Добавляем. Магниевая руда. Тоже добавляем. Ой, подождите, руда. Какая руда? Руда, иди в жопу. Магниевый слиток. Блин, друзья, вот насчет органики не помню. Пока что давайте мы ее ставим. Если что, потом добавим. Ну, вроде как она для чего-то тоже нужна. Что-то как вроде флеш-порошок это сраный. Так, пластик тоже чем-то нужен. Ну, пока не знаю для чего. Ну, там потом, если что, тоже добавим. Поликарбонат, я впервые вижу такой у нас компонент. Ладно, думаю, потом мы еще с ним встретимся. Вот, порох точно нам это нужен будет, добавляем. Вот какая-то селитра или руда, точнее не селитра, а из селитровой руды мы делаем селитру, то есть калий на 3. Серная руда вроде тоже нужна нам, вроде, или серный порошок. Давайте добавим, вроде точно нужна. Ну если что, друзья, потом этот список подкорректируем. Это так, по памяти сейчас просто ввожу, то что нам нужно. Сырая нефть вроде бы нет. Углерод тоже что-то не помню. Углерод вроде как для пороха нам нужен. Ну, в принципе, флеш-порошок точно нужно. И хлорный порошок вроде как. Если нет, мы уберем. Лишнего тут мы не будем, короче. Все. Вот это плейлист. Вот это ничего себе. И все это дело мы будем направлять в новосборщик. Новосборщик, который будет как раз таки заниматься боеприпасами. Поэтому, ну давайте, раз мы уже углубляемся внутрь астероида. Главное не выйти наружу, потому что если мы будем копать туда, это мы... Тут, в принципе, по сути уже край астероида. Вот, тут мы поставим сортировщик, точнее не сортировщик, а сборщик. Блин, хочется такой маленький, компактный вот тут. Этот уже большой надоел. Давайте вот этот воткнем маленький. Сюда. Так, и у него получается эти... Как ее штуки? Раз, два, три, четыре. Ну, имеется в виду модули подключения. Если мы поставим так, то мы внизу, вверху, короче, доступа не будет. Давайте мы сейчас поставим конвейер. Вот такой вот. Вот, пожалуйста, паяйте. А наверху поставим сборщик. Цвет там вот таким. Да нет, не таким. Где тут у нас... Вот таким, наверное, цветом. Или нет, сборщик у нас... Ладно, давайте он будет красным. Боеприпасы, типа красным, все такое. Вот, если что, можно таких конвейеров тут впихнуть. В целую линию. И на них поставить сборщики. Ну, я думаю, нам одного сборщика для боеприпасов пока что должно хватать. Вот. Что ж, дальше мы от этого... Ой-ой-ой-ой-ой, давайте сейчас зарядимся. Костюм быстро разряжается просто. И еще, друзья, давайте какое-нибудь название придумаем на этой, для этой базы на астероиде. Я так название еще-то и не дал. Да, надо будет обязательно что-нибудь придумать, так что пишите какие-нибудь интересные названия, я обязательно потом их применю. Применю? Так, ладненько. А то как-то статичная структура бесит. Так, а что я хотел? Я хотел компьютер сделать. В принципе, все это дело есть у меня. Давайте штук 500 закажем. Вот. И я планирую, может быть, давайте где-нибудь...
честно, хз. Наверное, даже наверху поставим. Или здесь поставим еще один сортировщик. То есть все, что он нам сделает за этот сборщик, нам нужно дальше сортировать в боеприпасы. Сейчас будем проверять, посмотрим, как все это дело работает. Значит, выбираем снова. Сортировщик промышленный, да, стрелочками туда. Сейчас, ребятки, нам его запаяют, и мы его сразу же настроим. Кстати, нет, подождите, не паяйте, суки, не паяйте, правильно. Давайте тут поставим буферный контейнер, потому что, мало ли, они нам что-то будут слишком нафига брать ресурсов, либо мы закажем много. Их, короче, некуда будет скидывать, поэтому давайте, короче, поставим контейнер какой-нибудь маленький. Вот, маленький контейнер, все, ребятки, паять, а от него тогда уже... На девяточку выбираем сортировщик стрелочками вот туда. Сейчас вот немножко раскопаем. Надо будет блоков добавить еще. Это сейчас тоже раскопаем. И мы тогда к этой линии конвейерной подключимся. Но прежде нам нужно малых трубок заказать. Потому что они тоже закончились сюда по всему. Производство... Да, плохо, когда не сборщик. Ну, ничего, мы это скоро исправим. Когда появится чуть побольше ресурсов. Так, маленькая трубка. Тоже штук 500 давайте. Заказал 600. Ну, да, пускай. Все, пустой. Давайте он просто будет маленький контейнер. Все, запаяли. Замечательно. Вот это как раз таки мы будем называть сборщик боеприпасы. И настроим здесь как раз таки белый список. Боеприпасы добавляем и опустошить все. Чтобы они сразу вытягивались все, где видят, короче, эти. Какое-то вооружение. Тут, конечно, бы надо воткнуть большой контейнер. Тут мы, кстати, проход будем делать. Ой, боты, привет. Будем, ладно, проход делать. Чтобы как бы у нас тут было два сборщика. Вот один со слитками, а другой с этими. Слушай, а мы сейчас если поставим, они у нас объединятся, да? Да, это как раз два блока. Раз, два. Блин, а нельзя эту дырку закрыть? Я так понимаю, что если другой контейнер поставить, там у него сбоку нету отверстий. Блин. Ну, не совсем так, как планировалось, я хочу сделать. Короче, я все передвинул на один блок. Вот Матильда красавица помогает. Все, тогда пацанам заново тут все настроить. Сортировщик боеприпасы. Белый список. Боеприпасы добавляем. И опустошить все. Вот теперь можно поставить большой контейнер. Нажимаем цифру 7. И я понял, надо немножко раскопать там, да? Что-то ни хера ничего не вижу, что происходит здесь. Так, ну-ка. А что такое огромный? Вот так, да? Только цветом не тем, ну, да, в принципе, ладно. Можем помочь этим наноботам, но в принципе, я не думаю, сами справятся. Ну, ладно, поможем, так что быть. Мотор? Серьезно? Я же заказывал. Или не что, весь... Или подождите, нет, не заказывал как раз таки. Давай быстрее, короче, чтобы уже поставился быстрый контейнер. Значит, все, немножко почти достроили. Все, мы это обратно складываем. Что-то у нас остается. Только мотор, да? 15, 20. Замечательно. Цвет, ладно, потом поменяю. Это у нас будет большой контейнер боеприпасы. Че тут? Мотор. Какого хрен мотор делает, а? Сука, вы странные боты. Вот чисто из-за этого я вас ненавижу. Что вы складываете туда... Куда не надо, короче, то, что не нужно. Вот, бесите меня. Так, смотрите, у нас тут есть небольшое вооружение, которое у меня не вмещается.
Понятно. Кидаем в хлам. А, я понял. Это не скидывается. Кидаем в хлам. Так, дальше что-то у нас 4. Натовские закончились, да? А, и штурмовые пушки. Тихо. Тоже все это скидываем. Да, и видите, у нас все исчезает автоматически. Да. По идее, все должно скинуться в тот контейнер. Давайте посмотрим. Надо будет какой-то коридор сделать. А то что-то прям жесть. Да, вот они, боеприпасы здесь. Теперь все это... Ну, сейчас, кстати, надо проверить, как все это у нас работает. Да. Поэтому давайте назовем это сборщик боеприпасы. И попробуем сразу что-нибудь заказать. Вот, предположим, что тут у нас. 71 автопушка. До сотки нам не хватает... Сколько? 29, да? Давайте закажем 29 автопушки. Производство. Боеприпасы. Сборщик боеприпасы, да, выбираем. Так, автопушка у нас вот. 29, значит, да? Давайте закажем 30 минус 1. Ой, а как, подождите. Вот, делается, и патрон у нас автоматически забирается. Порох и латунь. У нас он подтягивает через этот сортировщик. Но не собирает их, а именно подтягивает. Ну-ка. Пороха, надеюсь, там хватит. А что я заказал? Я вот эти штуки заказал, да? Не автопушку. А, ну бывает. А, ну да. Так, автопушка. Закажем 30. Хрен с ним. Значит, теперь нам нужно сделать, чтобы он порох и латунь это производил, да? Если мы поставим еще какой-нибудь конвейер сортировщиком, и он у нас будет гонять по кругу, это будет печально. Вот это я не люблю, когда гонят ее по кругу. Поэтому, мне кажется, проще заказать порох здесь. В промышленном сборщике. Надо будет тоже обозвать его. Порох у нас делается здесь. Для этого... Что у нас закончилось? Сто пудов никель закончился. Да, никель у меня давно к концу подходил. Ну ладно, потом. Короче, для пороха нужен нитрат калия. Делается он из селитровой руды. Углеродный слиток я с базы принес. Делается из сланца. И серный порошок. Вот. Ой, тут все на английском. Серный порошок есть. Уголь есть. Селитра. Селитры мало, и руды вообще нет. Ну, давайте закажем. Я даже не знаю. Вот 100 штук. О, да тут можно вообще 500 заказать. Тут чуть-чуть требуется. Видите, 80 селитры. 50 угля и 30 серы. То есть как бы нормально. Вот. Потом... Да что ты будешь делать, а? Сраная эта подзарядка. Надо делать тут герметичную базу и уже бегать внутри в теплом помещении, чтобы не так сильно разряжалась батареечка. Возможно, тут поставим еще один буферный контейнер. Ну, вдруг, чтобы у нас там не переполнялся склад на сборщик. Или нафиг нужен? Ну, скорее всего, второе. Нафиг он нужен. Ну, вот 200 штук есть. Ну, давайте тогда закажем латунь сразу. Для этого нам понадобится медь и цинк. Медь и цинк. А что там у нас по слиткам? Цинк 800. Мало. Цинк. Это нам на землю, да, долбить? Чтоб цинк добыть. Ладно, камень есть. 630 тысяч, охренеть. Вот это накопал. Ну-ка, давайте, титан, иди в жопу. Мы сейчас лучше камень помучаем. Нам цинк нужен. Надо еще один завод ставить. Правильно, что же цинк у нас? Нет, цинка нет. А, цинк у нас из боксита, да, часть получается. Или из магния, подождите, вот я не помню. Либо переработка магния, либо переработка цинка. То есть, ой, алюминия, боксит.
Смотрите, какой-то бизнес-шипмент ползет. А ну-ка, давайте поздороваемся с ним. Бизнес, бизнес. Патрошечки сюда. Мы конвейер не подсадили, да? То есть, да. Ну, вроде какие-то патрошки тут должны быть. Я закидывал. Так, залезаем. Отконнекчиваемся. Посмотрим, что там за бизнес. Щиты у нас. А что с щитами? А что с щитами-то? Ноль. 166. Щит выключен. Какого? А зачем? Зачем ты выключен был? Так, короче. У нас по бокам есть штурмовые пушки. Есть гатлинг, турелька. И впереди автопушки. Плюс щиты на 100к. Ну, я думаю, маловато, конечно. Давайте сохранимся. Потестируем шпика, как он немножко подрос. Посмотрим, что как дела. 128, да, у нас получается автопушки. Давайте посмотрим. Ой, а там что-то серьезненькое намечается. А, какой серьезненький? Это солнечные панели. Это что, какая-то хрень летающая, солнечная? Либо спутник? Так, ну что, делаем ставки, друзья. Кто кого? Что там, кстати, по батарейкам? Чтобы так, щиты у нас 99%, замечательно. Так, двоечка, погнали. Знаете что, надо было выставить, чтобы они стреляли чисто по оружию. Блин, стоят, стой, тормозим. Давайте вот эту турельку, которая у меня есть, выберем, чтобы они стреляли по оружию. Иначе они разнесут весь этот корабль. Так, проверяем, где тут гатлинги, хератлинги. А я уже увидел, вон они по бокам. Ну, погнали. Круто, ребятки, мы справились. Сейчас маленькую-то тут подобью я. Куда вы стреляете? Ну, чё там? Нафига ты по движку стреляешь, ты скотина, блин? Я тебе сказал, по вооружению. Ну-ка, давайте сотесем скорость, Ctrl-Z. А чё, у меня что-то горит, что ли? А какого хрена? Опять у меня щиты выключились? Там какой-то помощник плейта летит. А чё у меня щиты отключаются автоматически? Я что-то не понял. Их просто пробили. Ну ладно. Наверное, пробили. Что-то как-то слишком быстро пробили их. Так, у нас лапа есть. Интересно, можем подцепить вот эту гадость? И забрать к себе на базу. Если сможем, конечно, остановить ее. Так, тихо. Как раз щиты сейчас выключены, но если у нас включатся щиты, мы этот корабль раздолбаем. О, там сундучок. Так, ну-ка, затормозим эту гадость. Что там, где скорость? Да, вроде тормозим. В принципе, недалеко от базы этой теле, 4 километрах. Что ж, попробуем проверить, что там на сундуке. Надеюсь, больше никаких турелек нету. А, так он пострадал. Надо домой его везти. Спустя полгода я все-таки добрался до астероида. Так, теперь надо припарковаться так, чтобы меня никто не видел. Вот это что-то торчит у меня, не пойму что. Вон на астероиде. Понял, 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 что торчит. Все, снижаемся. Понял. Да тихо, тихо. Стреляет уже. Все. Ах ты, собачий корм. Где ты есть? Это что за капсула смерти ко мне приближается? Я ничего не пойму.
Блин, ни хера не вижу, где я нахожусь. Блин, ты еще на таран летишь, что ли? Серьезно? Полетели, я тебя познакомлю с своими турельками. Погнали. Блин, меня вообще, короче, раздолбались пика. Ну, где ты есть? Давай, ассистент, или как там, ассасин. Кренделя там исполняет. Так, ладненько, надо ботики, пожалуйста, почините мне шпика. Я что-то не очень понял, что с ним произошло. Интересно, а тут у меня ничего не повредилось? По плану маршрута продолжить, лететь к доку. Надеюсь, ты никуда не врежешься. Движки все на месте. Турельки. Турельки только повреждены. Неужели я так записывал маршрут? Че, я пьяный был, что ли? Ага, вот присосочка. Тихо. Блин, наверху надо шапку спилить. О, ботики, спасибо, что чините меня. Компоненты, если там у меня есть, что есть. Во, чпоньк. Все, приконнектились. Батарейка 98. Ну, нормально, все. Боты с ним сейчас займутся, турельки тут, если что, нормально. Так, по вооружению мы вроде как все сделали, да? Единственное, что я сюда подход не сделал. Мне приходится тут летать. Надо будет тут базу дальше продлевать. Здесь коридорчики делать различные. Да, все, вооружение вроде как все нормально. То есть вот у нас склад боеприпасов. Только я остановился тут на этом, да? Насчет сортировки. Если мы сейчас поставим сюда сортировщик, чтобы он забирал все вот эти вот компоненты, которые боты нам накидали какого-то хрена, суки. Вот сюда. Ищем сортировщик. Конвейер, труба. В эту сторону. Боты, пожалуйста, запилите. Все компоненты вроде как есть. Так, вот она галочка. Сейчас мы... Пока что будет просто сортировщик. Белый список. Компоненты, да? Компоненты. Опустошить. Так, опустошил. И ничего не прыгает? Так, ладненько. Это пока что хорошо. Тут ничего не прыгает? Вот это вот надо забирать, кстати. Кстати, я создал по ошибке магазин пистолетов С-20А вместо магазин винтовки МР-50А. Все, тут у нас чисто вооружение. Чисто патроны. Давайте все скинем сюда. И эта конвейерная линия у нас подключена, идет к турелькам. Что ж, давайте сейчас еще один рейд сделаем. И у меня появилась такая вот идея. Конечно, уже неосуществимая в этом видосике. Но я планирую сделать какого-нибудь дрона распильщика и назвать его бензопила. Почему бензопила? Потому что у него будут стоять пилы и работать они будут от бензинового двигателя. Ладно, шпик. Давай мы тебя сейчас стыком отсюда. Мы сейчас тебя погрузим в Булата. И полетим. Полетим. Твою мать! Сраные габариты, которых ни хрена не чувствую. Боты, чините срочно. Ой, Матильда, тоже помогай. Сейчас мы тогда шпика погружаем в корабль, в Булата. И полетим, кого-нибудь зарейдим. Либо это будет Майдей, либо вот очередной эскорт военный. Да. Летит. Может быть, на него еще нападем. Ну, посмотрим. Вообще, у меня в планах уже, раз у нас, как бы, Булат уже более-менее там вооружение поставили, да, прыжковый двигатель есть, попутешествовать по планетам, слетать куда-нибудь на тот же Пертам. Тем более, я так и не сказал, и что там нас ждет. Там что-то ждет нас интересное. Ладно, короче, мы улетаем. Теперь аккуратненько. Ничего не цепляем. Булат у нас там наверху. Так, все, тормозим. И открываем тут воротину. Тут я, конечно, все движки повключал. Хоть тут у нас эти щиты заряжены нормально. Так, открываем ангар. Блин, ну вот, кстати, проверим, что там за эскорт плывет, военный плывет. Конечно, будет печально, если мы сейчас, предположим, даже атакуем его, и он куда-нибудь улетит, а ресурсы, получается, тоже улетят.
Поэтому жгру нужен какой-нибудь бот-бензопила, который будет все пилить и все эти ресурсы, компоненты складывать в инвентарь. Причем огромный инвентарь. Все, да? Припарковались. Закрываем ангар. Блин, сраные пушки, теперь не пройти, не проехать. Какой-то оператор сейчас был 16 километров слева от меня. Но мы вроде прицелились вот... Вот, 19 километров. 6 километров. А куда тот, который впереди был? О, милитарий эскорт. Ну, это судьба, друзья. Полетели на него тогда. Что там за военный эскорт такой? Придется нам немножко попиратить, друзья. Посмотрим, кто там. Так, ну вот он, этот эскорт. Выглядит, конечно, немножко грозненько. Да, грозненько. Ну, что поделать. Блин, а что турелька у нее инверсия какая-то стоит? Так, а ну-ка, отмена, стоять. Давайте немножко поближе подлетим. А, у него ракетница по бокам. Вот, блин, жадно их... От них надо, короче, первым делом это избавиться. Так, сможем мы сравнять скорость с ним? Тишенько, сравняли. Нет, не сравняли. Так, равняйся. Извини, друг, но мне просто нужны ресурсы. Я просто хочу проверить свои потрошки, свои, короче, свое вооружение. А что, он не атакует меня? Ты что, такой безобидный, что ли? Серьезно? А что, у тебя патронов нету? Блин, ну так неинтересно. Я думал, мы сейчас будем драться. А... Ой, тихо. Повредил немножко его. Так, ну, что могу сказать? Давайте-то выйдем, посмотрим. Раз он не агрится на меня. Может быть, там что-то интересное будет у него внутри. Странно, я думал, будет агриться. Так, надеюсь, ты, друг, на меня не в обиде. Что я пришел поживиться. А чем поживиться-то, собственно? Что-то в последнее время вообще на пиратов не везет. Когда вот на Майдей летаю, просто пиратов керачу. То... Судаки все пустые. Давай ты остановишься, а? Репутацию пирата зато повышена, прикольно. Так, ладно, сейчас движки все остановим, чтобы никуда не улетал. И на всякий случай я выключу. Эту турельку я, короче, распилю. Так, халявные ресурсы. Копилочку. Понять, посмотрим. Ну, по-любому должен быть сундук тут какой-нибудь вкусненький. Блин, еще одна ту... А, это я спилил. Еще один движок, охереть. Все, тормози, братан. Мы сейчас все равно тебя зацепим, и ты у нас будешь останавливаться. Хотя, подожди, вроде как можно в кабину пилота сесть и там, короче... Взломать, короче, его себе приватизировать. Только осталось найти эту кабину пилота. Кабина пилота, ну кокпит, который. Так, ну-ка давайте зайдем сюда. Так, контейнер первого пошел. Отлично тут. А, ну это для ракеты, это 100%. Ракеты нам вообще нужны. Так, что тут у нас? Тут у нас как раз таки кокпит. Ну что ж, взломаем кокпит. Сможем его затормозить. Ну, потихонечку тормозим, хотя тогда не надо было спиливать нам ионики эти. Так, короче, у него очень много ракетниц. Это вот радует, потому что ракета делается... Чтобы их сделать, нужно много злых ресурсов. А по поводу контейнеров, что-то я вообще ничего не вижу. Опять-таки, мне ничего не повезло. Патрошки немножко есть, кислородный бак. Тут доступ запрещен. Ядерный реактор, а ну-ка. Сколько там урана у нас будет?
что мне кажется по нулям. Ну, практически по нулям. Карго-контейнер, генератор гравитации. Еще один реактор. Да, в основном боеприпасы. Ничего такого тут я не вижу. Ну-ка, давай в ассемблере посмотрим. Вообще пусто. Короче, такое себе удовольствие это. Этот недопират. Теперь, получается, я стал пиратом, друзья. Не знаю, это хорошо или плохо, но... По крайней мере, вот эта фракция мне не объявила войну. И мы дальше пока что с ними можем корешиться. Что ж, ладненько, друзья. Короче, наверное, будем заканчивать. Надо мне придумать чертеж какого-нибудь бензопилы, чтобы он распиливал эти корабли, на которые мы нападаем. И будем строить его в следующем видосике. А потом уже полетим по путешествиям по планетам. Тем более у нас есть FSD движок, как в Elite Dangerous. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Всем пока.